Включає паргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Мої вітання, шановні друзі. Мене звати Василь Пихньо. Розпочинається година стріму із Романом Світаном. Закликаю вас долучатися до неї, зокрема, на нашій YouTube-сторінці. Для того, щоб брати участь безпосередньо у цьому стрімі, щоб ставити запитання Роману Григоровичу, вам потрібно підписатися на Радіо НВ у YouTube, далі отримати можливість відтак ставити запитання і безпосередньо писати ці запитання у чаті. Я, як модератор цієї бесіди, буду їх переадресовувати, будемо спілкуватися на теми ті, які сьогодні є, а їх, направду, просто мільярд, мені здається, надзвичайно насичений день для новин. Та не перше, Романе Григоровичу, мої вітання вам, добрий день. Привітствую, бажаю здоров'я. Розпочнімо із того, що розповідає нам головне управління розвідки. УГУР підтвердили, а точніше розповіли навіть, не те, що підтвердили, тому що ми, в принципі, про це не знали. Розповіли про дуже цікаву спецоперацію від невідомих диверсантів, як зазначають у УГУР, яка відбулася на підмосковному аеродромі, який називається Чкаловський. Отже, там невідомі диверсанти підірвали два літаки та гелікоптер. Це літаки Іл-20, Ан-148 та гвинтокрил Мі-28Н. Вони зазнали суттєвих пошкоджень. Але найцікавіше, як саме це відбулося. Диверсанти заклали вибухівку у літаки і цей вертоліт безпосередньо на аеродромі. Тут можна багато чого говорити. А що ж це за такі невідомі диверсанти? Я думаю, що ми всі так приблизно прикидає, розуміє, на що натякає ГУР. Але з іншого боку, от ви, льотчик, ви знаєте, що таке аеродроми, як вони виглядають, як вони охороняються? Як це можливо закласти вибухівку у підмосковному Чкаловському? Не просто простой аэродром. На этом аэродроме базируются так называемые самолеты судного дня. То есть практически вся авиация, которая поднимает руководство Российской Федерации в воздух, когда идут, допустим, удары ядерными ракетами. И значит, этот аэродром в 3-4 слоя перекрыт системой безопасности. То есть проникнуть на этот аэродром практически невозможно. Тем не менее, мягко так скажем, некоторые неизвестные личности туда проникли. Это ж разведка, это как суслики, их не видно, но они есть. Потому выполнили боевую задачу, причем это не обязательно ГУР, это могла быть и служба внешней разведки. По дальности как раз ее уже рубеж обороны, рубеж начала работы. То есть это и ГУР, и служба внешней разведки могла выполнить эту задачу. Плюс сейчас активизировались партизаны российские, но они могут работать автономно, то есть выбирая сами свои цели в режиме свободной охоты, так называемой, понимая, где находятся военные объекты, либо в кооперации или в координации нашими спецслужбами, а здесь уже может работать и контрразведка СБУ, и силы спецоперации, то есть целый спектр спецслужб, которые могут управлять процессами на территории России в том числе. Вот даже есть информация о том, что работают наши спецслужбы с гражданами России, которые отравляют воду у военнослужащих российских, выполняют задачи, поджигают топливоприемники, выводят из строя военные объекты. Но я думаю, какой-то из этих механизмов был включен для того, чтобы проникнуть на этот аэродром. Но еще раз повторюсь, этот аэродром повышенной плотности обороны. То есть система обороны там действительно серьезная. Значит, было выполнено довольно-таки качественно задача. Вертолет, скорее всего, был действительно заряжен, но уже подрыв вертолета нанес поражение рядом стоящим самолетом. Ага, тобто ви маєте на увазі, що не одразу в три закладали вибухівку, бо виникає таке одразу, знаєте, запитання, а чого ж тоді літаки судного дня, коли вони там стоять, і коли був доступ, їх якось не замінувати, не закласти вибухівку і тому подібне. І мені тут згадалося, а може це зіграв оцей пілот гвинтокрила, якого затрофеїли, так би мовити, наші гурівці? И это может быть. Вариантов очень много, но в таких случаях оптимально это, допустим, зарядить вертушку, которая часто выходит, потому что в основном вертолеты двигаются, самолеты стоят больше на приколе. А зарядить вертушку и дальше подорвать ее тогда, когда она уже села, ее затянули на стоянку,
И рядом на стоянке однозначно будут стоять какие-то еще борта, те или те, два борта рядом стоящие однозначно будут повреждены при подрыве вертолета. Тем более вертушка будет однозначно заправленная, то есть там подрыв может вызвать такой эффект домино складывающийся. Один, второй борт, ну рядом точно были повреждены. Ну вот, скорее всего, ГУР об этом и говорит. Пане Романе, а коли говорити про безпосередні моделі цих літаків, про от які ми ведемо бесіду, що були пошкоджені, і цього гвинтокрила, отже, розкажіть так в загальних рисах, щоб розуміти, Іл-20, це, я так розумію, транспортний літак, правильно? Ан-148 так само? Да, это два транспортника, которые выполняют задачу либо, допустим, командных пунктов, либо задачи в чистом виде транспортных самолетов для перевозки техники, боеприпасов или личного состава. Ну а вертушка, вертолет, это боевой вертолет, который подорвали. Вот, скорее всего, он мог двигаться по разным, допустим, местам, по разным частям. То есть он был на выходе где-то. Естественно, его зарядили на какой-то из стоянок, там, где он был. А потом подорвали уже ради инициации, скорее всего, подорвали уже непосредственно после того, как он выполнил какую-то задачу, его затянули на стоянку рядом с этими бортами. В основном так оно и делается. То есть стоянка на общая, когда такого рода аэродромы, специализированные, стоянка общая, но и вертолет никто не проверяет. Ну, сложно проверить полностью вертолет, допустим, как-то определить, если была правильно, грамотно заложенная закладка. По большому счету, килограмм-два тротила в правильно заложенный вертолет недалеко от топливных баков, а их там, то есть топливо там немерено в вертушке. То есть вызовет довольно-таки большие разрушения. Шановні друзі, нагадую вам, що ви можете писати запитання. Я бачу, що їх уже з'являється насправді чимало, і будемо далі про це говорити. Ну давайте тоді, от по черзі, Андрій Зіваков ставить вам запитання, пане Романе, про те, що от є ударна розвідувальна винищувальна авіація, є ударні розвідувальні дрони. А чому немає винищувальних дронів, які би могли спрацювати в повітрі проти російських літаків чи російських тих же гелікоптерів? Ну, дело в том, что ни один дрон не догонит ни вертолет, ни самолет. Ни один. У вертолета скорость около 200-250 км в час номинальная. У самолета скорости до 1000 км в час. То есть рабочая скорость истребителя примерно 500-600 км в час, а реальные дозвуковые, если на высотах ниже 5 км, дозвуковая скорость, а на высотах выше 5 км сверхзвуковая скорость. Потому догнать ни один дрон не сможет, допустим, с двигателем от дырчика, но он просто не выполнит эту боевую задачу, это просто нереально. Продовжуємо говорити про те, що відбувається, зокрема, і в Росії в зв'язку з їхньою авіацією, адже сьогодні стало відомо, і це вже підтвердило Міністерство оборони Російської Федерації, про втрату чергового їхнього борта, їхньої пташки Су-34. Він впав. Цитуючи, ну не цитуючи, а трансформуючи слова, як наче Путін говорив про підводний човен Курск, он утонув, так і тут, він впав. Екіпаж, щоправда, повідомляють, катапультувався. Пане Романе, що стається? Що стається з російською авіацією, чому вона падає? Це якість пілотів, чи це якість авіації, чи це вже грають роль ось ці обмеження санкцій, які хоча вони і слабкі, але вони все рівно для обслуговування цих літаків, воно накладає відбиток свій певний? Ну, военные самолеты, они не сильно зависят от внешних поставок, то есть базовая модель это Су-27, а Су-27 это чисто советская разработка, то есть базовые практически остались, и планер самолета спереди, некоторые, ну, двигатели там, конечно, чуть новее стоят, но тем не менее они все равно производятся практически полностью в Российской Федерации. Это говорит просто о том, что у россиян особенно большие проблемы. Вот как раз и этот самолет, скорее всего, упал с проблемами топливной системы или двигателями, так как по той фотографии, которая сейчас есть, это курсирует в сетях, но слишком он целый после удара. Скорее всего, двигатели стали, летчики его садили, не смогли толком посадить, загорелся и не катапультировались. Позволяет, там два летчика сидят рядом, катапульта позволяет с нуля высоты, с нуля скорости, в принципе, поднять и кресло, и летчика в воздух, отстрелить кресло, раскрыть парашют, и летчики могли спастись. Единственное, что при катапультировании, конечно,
с сильнейшей компрессией идет на межпозвонковые диски, и там уже летный состав после катапультирования не всегда возвращается в строй. От, власне, про це даруйте запитання від Ореста Вачерія. Він каже, чи правда, що після катапультування пілоти дуже важко проходять відновлення? Це стосовно цих двох пілотів Су-34-го. При катапультировании средняя перегрузка где-то около 18-20 единиц ударная. То есть пиропатрон, который закладывается в катапультное кресло, это примерно пиропатрон из, примерно как, там, допустим, 122-миллиметрового снаряда. То есть такая гильза, и она отстреливает вот с такой перегрузкой до 20 единиц. А это такого рода перегрузки, ну, они практически убивают позвоночник. Межпозвоночные диски, ну, как минимум в два раза сжимаются после этого. Еще если хорошо сгруппироваться, сесть, чтобы само направление перегрузки было чисто вертикально. Если, не дай бог, какой-нибудь в сторону неправильно в кресле сел при катапультировании, просто ломает и позвоночник, и шейные позвонки, и голову может снести. Ну, то есть много проблем как раз с катапультированием. В свое время вот нас катапультировали каждый год, обязательно должно было быть одно катапультированное, наземное, так называемое, с перегрузкой 12 единиц. Даже при этих наземных тренировочных катапультированиях на тренажерах, и там создавались большие проблемы для позвоночника, не все их переносили. То есть можно сказать, что летчики после катапультирования в строй уже полностью не станут, как минимум их отправят сейчас где-то на полугодовое обследование, ну и вряд ли вернутся. Ну, питання реально теж до вас. А вам доводилося катапультуватися за свою льотну кар'єру? В воздухе нет, но наземные где-то... Ты про что еще не рассказывали, да? Катапультирование — это у всех летчиков, все истребители. В общем, все летчики, у которых есть катапультное кресло, обязаловка каждый год катапультироваться, наземное катапультирование. Такая часть кабины с катапультным креслом, и идет катапультирование по направляющих. Направляющие ловят кресло в воздухе, уже потом спускают вниз. А это у каждого летчика каждый год. Ми далі будемо говорити, шановні друзі, і згадувати ще українську авіацію, адже вчора дуже тішилися росіяни, викладаючи відео того, як начебто їхній Ланцет уразив наш, начебто Міг-29. Точно зрозуміти цю ситуацію будемо пробувати точніше зрозуміти цю ситуацію з Романом Світаном. Я ж вас закликаю долучатися до нашого стріму своєю активністю. Що більше ваших вподобайок, що більше ваших коментарів, то більше відтак може долучитися людей і поставити це запитання, якесь своє запитання. Питання, яке цікавить, яке турбує, до експерта в ефірі, до Романа Світана, льотчика-інструктора, полковника запасу Збройних сил України, з яким ми спілкуємося впродовж цієї найближчої години. Отже, продовжуємо наше спілкування, однак я зміню трішечки зараз акцент розмови, тому що буквально в ці хвилини повідомляється, що по Криму щось прилітає. Якщо там навіть і збивають росіяни, от їхні РІА новості повідомляють, що безпілотники збиті над Севастополем, Верхньосадовому та в Качі. Постраждалих немає, за їхніми даними. Водночас публікуються фотографії того, що в районі аеропорту Бельбек, знову ж таки авіаційна тематика, там є якісь задимлення, густий дим в районі аеропорту Бельбек. Ясно, що ми з вами там не можемо сказати, що це було, що прилетіло, для чого, що вражено. Але дивує, знаєте, пане Романе, останнім часом інтенсивність і частота ось цих прильотів по Криму. Ну, не можеш бути так, що знищивши дві установки С-400 на західному збережжі в районі Євпаторії і в районі Тарханкуту, одразу стала гола система ППО, яку називають другою після Москви по захисту в тих територіях, де опікується, так би мовити, або де є присутня Російська Федерація. От чому так стається? Що з Кримом йде? Як зрозуміти ситуацію, яка відбулася зараз з їхнім ось так званим протиповітряним щитом? Ну, дело в том, что 100% воздушного щита нет ни в одной стране. Кто бы о чем ни говорил, ну, 90% я поверю, но 10% можно его вскрыть и пройти. Ну, вот смотрите, мы уже второй год вместе с нашими партнерами закрываем нам купол, создаем купол ПВОшный, а тем не менее
проходят российские те же шахеды, иранские шахеды, доходят до запада Украины, проходя системы, которые, в принципе, полностью закрыты. Они же по системам не работают, они их не достают. Но, тем не менее, есть маршруты, есть механизмы на предельно малых высотах вдоль трасс, вдоль, допустим, рек. Есть механизмы, как уйти от контроля, если знать расположение. То же самое и в Крыму. Какая бы там ни была система обороны, сколько бы их там не было слоев системы обороны, есть механизмы, как ее скрыть. Есть определенные коэффициенты по сопровождению, есть коэффициенты по количеству обнаруживаемых целей, количеству, допустим, тех, которых можно сбить цели. То есть много таких моментов, их можно вскрывать количеством выпущенных беспилотников. А тем более беспилотники, особенно по западному берегу Крыма, они же наши заходят со стороны моря. Это значит предельно малые высоты, это значит внезапность появления, это как минимум. Ну и дальше некоторые механизмы, связанные с радиоэлектронной борьбой, с ослеплением локаторов противника. Мы их нащупываем постоянно, постоянно работаем. Тем более последнее время, после того, как вот уже третий месяц после закрытия этой так называемой зерновой сделки, движение идет максимальное, то есть производство увеличилось на максимум по беспилотникам. Ну, естественно, все они начинают работать с западной стороны Крыма. Это оптимально, то есть создаем условия для завоевания господства в воздухе. Работаем в основном, а почему по аэродромам? Потому что на аэродромах в основном расположены системы приводов, это такие радиоэлектронные определенные устройства, которые дают команду при заходе самолетов на посадку, ближний, дальний привод для того, чтобы выдержать глиссаду. Ну и они светятся как новогодние елки. Таких систем очень много. На каждом аэродроме она есть. Ну, естественно, система радиоэлектронного слежения. Это самого аэродрома, но и систем зенитно-ракетных комплексов, которые также прикрывают аэродромы. Потому те, допустим, беспилотники, которые уже идут, у нас есть такие беспилотники, которые уже идут на сигнал сами, то есть не головка самонаведения, можно так сказать, хотя в каком-то смысле это такая неактивная, то есть полуактивная головка самонаведения беспилотника, который выводит и заходит на локатор уже сам после того, как попадает в определенную зону. И этих беспилотников у нас уже много. Много спецслужб, которые начали на своих бюджетах, на своих площадках выполнять работы по производству беспилотников. Это и ГУР, и контрразведка СБУ, и силы спецопераций. И очень сильно помогают наши волонтеры, ну, естественно, те, кто донатит наше население. То есть количество беспилотников увеличивается. Пока еще не видно серьезных беспилотников от Укроборонпрома, ну, по крайней мере, в достаточном количестве. Но я думаю, и там как-то уже вопросы эти решаются, и тот поток, обещанный поток беспилотников, он в конце концов станет на бойовой дежурь. Пане Романе, але якщо повертатися ще до попереднього запитання, там я згадував, що лише два комплекси С-400 було уражено в Криму. Два. А я бачив, що таку статистику відкритих даних, що в Росії їх 500 таких пускових є. Ну, це ж величезний просто масив. Тому говорити про те, що от якось послаблюється система ППО ворога, виглядає наче й недоречно. Нет, почему? Дело в том, что количество пускових установок не говорит о количестве комплексов. Пусковых установок может быть много, а систем управления там в 10 раз меньше. Потому если 500 пусковых установок, так это где около 50, может быть, 70 самих систем, а размазанных по всей России, они же не все в Крыму. А размазать по всей России получается, что в Крыму может быть там, ну, до десятка, это максимум систем. А пусковые установки, они могут добавляться, могут убираться, то есть это по большому счету. Любая пусковая установка – это там несколько ракет в нескольких тубусах в одном месте. То есть это в основном базы С-300, С-400 по 4 ракеты. То есть количество пусковых установок, как раз вот ПВОшных комплексов, ни о чем не говорит. Говорит именно количество самих комплексов, то есть командных машин,
и систем обнаружения. Они разного уровня могут быть, они могут подключены в общую систему. И у россиян тоже есть такая общая система, как вот у натовцев Линк-16, у россиян есть своя система тактической связи, так называемая, она также может быть закольцована в общую систему обороны ПВО Крыма, даже того же Крыма или всего фронта. То есть выбивать надо, и мы выбиваем именно локаторы и машины управления, то есть систему управления. А если есть возможность, то, конечно, и пусковые установки. Ну, от я вже зараз бачу, що повідомляється, що ось ці прильоти, про які я згадував, що з'являються під час нашого ефіру, що це був прильот по ворожій військовій частині в районі села Верхнє-Садове поруч із Севастополем. Побачимо. Думаю, що впродовж сьогоднішнього дня в колег теж будуть з'являтися так само більше інформації щодо цього. Ми ж продовжимо нашу бесіду. Друзі, пишіть свої запитання. Я переходжу до них. Ну, я постійно в них, так би мовити, але намагаюся вибудувати чітку логічну лінію нашої розмови. Коли ми говоримо про дрони, Україна все ж таки заакцентувала свою увагу на виробництві дронів, про яких от ви щойно розповідали, що їх у нас вже є багато, вони можуть ледь не самонаводитися по російських різних РЛС-ках та РЕП-ках. Андрій Саноцький уточнює вже не про дрони, а про ракети. Адже от він пише: Україна розробляє дозвукові модифіковані крилаті ракети на базі Нептуна, ну або вже їх використовує. Чому і так, однак, ні Росія, ні Україна, ні країни Заходу не розробляють надзвукові ракети по типу Х-22, щоб просто долати легше систему протиповітряної оборони одне одного? Ну, конкретно тут в цьому випадку говоримо, чому Україна не розробляє надзвукові ракети, щоб долати систему ППО Росії? Є багато підходів к вскриттю системи противовоздушної оборони. Старый советский подход, ну, он не, дело не в советском, а именно те технологии, которые были на момент разработки, допустим, ракеты Х-22, позволяли ракетам с большой сверхзвуковой скоростью почти на гиперзвуке, но гиперзвука не получается у Земли, где-то с скоростью в 3-3,5 скорости звука преодолевать, проламывать систему ПВО противника, так как она просто не успевала на них отработать. Те, опять же, не успевали отработать те системы, которые были на тот момент, когда создавали, допустим, сверхзвуковую ракету. Шла она на больших, в принципе, высотах, перед ударом делала горку, замедляясь по некоторым позициям даже на околозвуковую скорость, потом опять разгоняясь после горки. Ну, механизм прицеливания именно такой был, завязан еще и на головку самонаведения, довольно-таки неточно, так как задача стояла у этих ракет проламывать ПВО авианосцев и авианосных групп. То есть она должна была выбрать большую цель, металлическую среди многих целей, и ее поразить. И опять же, ни одна ракета стояла задача, чтобы определенным количеством ракет, допустим, десяткам ракет, пробить ПВО противника, и она несла, у нее задача была нести ядерный заряд, не конвенциальный заряд, а именно ядерный для того, чтобы вывести из строя. Даже из 10 одна ракета, если проходит ПВО в авианосной группе, даже одна, подрываясь, она нанесет ядерный удар, а, естественно, выведет из строя тот же авианосец или, по крайней мере, сожжет всю электронику в авианосце, то есть за счет ядерного взрыва. И вот так это все должно быть, было и происходить тогда, по крайней мере, несколько десятков лет назад. Сейчас такие ракеты легко перехватываются новыми системами ПВО. Ее легко перехватит Патриот, ее перехватит ТААТ, ее перехватит СМТ, потому что скорости перехвата сейчас ракет, противоракет, они больше скорости полета, допустим, той же Х-22 сверхзвуковой ракеты. Дело в том, что чем больше ракета, тем на меньшей скорости она может идти. Особенно если за ней гонится меньшая ракета. Ну, то есть здесь уже вопрос сопротивления воздуха включен. Поэтому сейчас нецелесообразно, на данном этапе нецелесообразно идти по пути вот создания сверхзвуковых ракет. Лучше идти по пути создания ракет дозвуковых, но которые могут идти на предельно малых высотах, стелиться у земли, у воды, уходить, то есть идти на высоте 10, 20, 30 метров, чуть ли не между сопками,
уходя из-под лучей локатора, потому что как подходят наши самолеты, как работают и вражеские самолеты, и вертолеты также. То есть локатор, луч локатора видит цель где-то с высоты метров 30 и выше, а вот ниже 30 метров не видит по разным причинам. Расположение в радиус Земли, закругление и так далее и тому подобное, лепестки, которые стелются по Земле, дают лишнюю информацию, приходится ее просто стирать. Потому вот до высоты 30 метров ракета, если идет, ее очень сложно заметить. По крайней мере, ее видно только тогда, когда она уже заходит на цель. И вот против такого рода ракет хорошо работают, в принципе, самолеты. С новыми, опять же, системами обнаружения, теми же локаторами, которые могут видеть цель на фоне Земли. Вот наши все самолеты на фоне Земли не видят ничего, потому что нет системы, которая могла бы стереть помехи от Земли как таковой. То есть это должна быть серьезная система, которая думает, даже такая думающая, для того, чтобы понять, какая цель стационарная или какая движущаяся и какая является целью. То есть даже до такой степени электроника сейчас в системах обнаружения. Поэтому оптимальный вариант как раз идти по пути создания вот этих дозвуковых ракет. Ракета Х-35. Нептун на базе ракеты Х-35, старая, опять же, советская ракета, которая производилась и рассчитывалась у нас в Украине на наших проектных мощностях и производственных мощностях. Естественно, ее улучшили до уровня Нептуна, там добавили определенное количество топлива, чтобы она дальше шла, потому что завязано движение ракеты, двигатель простой, ну, можно сказать, самолетный, турбореактивный ТРДД, турбореактивный двигатель двухконтурный, который, в принципе, идти может несколько часов, главное, чтобы только топливо было. И вот Нептун с увеличенным количеством топлива и головка самонаведения. Причем разные головки самонаведения, и противокорабельные по наземным целям, и инфракрасные головки, радиолокационные, активные, пассивные и визуальные. То есть целый спектр головок, который делает из Нептуна, можно сказать, такую универсальную ракету. И правильно, вот по правильному пути как раз наши конструкторские бюро пошли, то есть из этой ракеты доводят ее до определенных дальностей. Сейчас, я так понимаю, дальность до 400 километров уже увеличена. Ну, по крайней мере, из того, что мы слышали, хотя была нашим военно-политическим руководством озвучена дальность и в 700 километров. По идее, технически возможно из ракеты Х-35 сделать ракету с дальностью в 700 километров. Пане Романе, далі я хочу перейти до дуже серйозної теми. Стосується вона російських ланцетів. Адже, по-перше, хто бачив це відео, хто не бачив, друзі, то знайдіть його в інтернеті, подивитися. Вчора в такому напівмілітарному, скажімо, середовищі вона це відео зробило великий фурор, можна так сказати. Про що йдеться? Що росіяни показали відео, як їхній ланцет влучає по українському винищувачу, як заявляється, начебто українському винищувачу МІГ-29 на аеродромі, як потім уже виявили так звані осінтери, ті, хто по геолокаціям різним виявляють по відео, можуть встановити, що це за аеродроми. Аеродром Долгінцово – це в районі Кривого Рогу. Ну, там справді об'єктивно схоже на цей аеродром все. Тобто, кілька висновків. Перше, вражається МІГ-29, невідомо, чи це справді МІГ-29, чи макет. Ось це запитання до вас, пане Романе, чи може бути це макетом. Друге, вражається ланцетом на дистанції понад 70 кілометрів, тому що до цього аеродрому від передової, від поля бою 70 кілометрів, а з огляду на те, там, на кути, на географію, звідки заходив цей ланцет, можна говорити, що він іще більший шлях проробив, оскільки, ну, точно ланцети не запускають безпосередньо з передової, і плюс він там іще й заходив в обхід, можливо, систем протиповітряної оборони з території, яка контролюється нами, з північного заходу на Кривий Ріг заходив. Тобто, є припущення, що він 80 плюс кілометрів летить ланцет. Самі ж росіяни повідомляють, що це їхній новий баражуючий оцей ланцет серії 3М із ділі 51. І це виглядає надзвичайно великим ризиком. Тому що якщо справді в них є ланцети на 80 кілометрів, то уже і українські хаймарси з тими ракетами, які зараз маємо 80-кілометровими, не перебувають в такій вже зоні безпеки. Тож тут, пане Романе, два запитання. Перше, чи побачили ви реальне влучання ланцетом по Мігу, чи це скоріше макет, як деяких є така думка? І друге, небезпека від ланцетів третьої модифікації.
Ну, дело в том, что и от ланцетов первых модификаций тоже есть большая проблема. В достаточном количестве довольно-таки неплохой беспилотник. База Hero 400 EC, израильский беспилотник, именно оттуда взят и система управления, и, в принципе, практически копипаст именно этого беспилотника. Как он там уже попадал в Россию, управляемо, неуправляемо, с помощью израильтян, без помощи израильтян, или это была такая передача через третьи страны, Азербайджан, Армения или еще как-нибудь, это уже потом как-то разберутся следователи, которые будут вычислять весь этот путь, как «Ланцет» попал в Россию, как они его производят. А вот сам по себе «Ланцет», во-первых, очень неплохая схема управления. То есть два крестообразных крыла, которые выполняют задачу и аэродинамики, удерживая «Ланцет», и управление очень легко управлять именно такой схемой. И сама система, то есть электрический двигатель, тихо, его практически не слышно. Дальность можно увеличивать за счет увеличения емкости батареи, по большому счету, потому он может лететь и на 40, и на 80 километров, и до 100, по идее, тоже может. Под прямым управлением дальность может быть до 150 километров, если есть ретранслятор. Ретрансляторы там, скорее всего, есть, потому что видно работу «Ланцета» под управлением как раз управляющих дронов, которые висят уровня «Орлан». Они разные могут быть, и системы ретранслирования могут просто подвешиваться. Ну, а «Ланцетом» управляет, естественно, оператор. Сложно, с одной стороны, управлять, то есть быстро «Ланцетом» не научишься выполнять боевые задачи. То есть операторы там довольно-таки профессиональные, квалифицированные. Вся линейка «Ланцетов», она очень опасна для в поле боя, но и с дальностью. Я допускаю, что дальность может быть до 100 километров, по большому счету. Если это видно, что второй дрон висит, сопровождает или направляет сам первый «Ланцет», ну, сам «Ланцет», и еще и снимает его работу. То, что у нас самолеты на дальности до 100 километров, ну, мягко так скажем, не должно этого быть, а дальше уже додумывайте, это был макет или это был не макет. То есть, ну, смысла нет располагать самолеты на дальности в несколько десятков километров с боевым радиусом под 1000 километров. Смысл. Ну, то есть, а дальше уже надо, можно только домыслить, уже говорить не будет. Ну, бо там є такі, якби, думки, що трошки ліврея, тобто офарбування цього літака не відповідає дійсності, там є питання. Одним словом, небезпечно, неприємно. Неприємно, якщо це справді відбулося ураження. Навіть якщо це макета відбулося ураження, сам факт того, що ланцети літають так далеко і їхні інші типи розвідувальних дронів залітають так глибоко на територію нашої держави, це неприємний факт. Власне, про це от якраз зараз є низка питань від наших глядачів. Ігор Куся, зокрема, пише, а який найкращий захист від ланцетів? Чому, чи його вигадали уже? Тому що наздогін є таке запитання уточнення від глядача Cord Apt. Він зазначає, що Інститут вивчення війни, пише російською, Інститут вивчення війни утверждає, що при штурмі в окрестностях Бахмута сили оборони України продемонстрували отличну РЕП. Відтак, ось ця чудова РЕП, цей чудовий РЕП, чи він вирішив проблему ланцетів там? Як від них захищатися? Ну, оптимально, конечно, это радиоэлектронная борьба, даже простые глушилки. Дело в том, что «Ланцет» идет на полном радиоуправлении, то есть под контролем оператора. Естественно, заглушив канал связи, умеючи, тем более надо шуметь еще заглушить. Дело в том, что есть определенные механизмы обхода радиоэлектронной борьбы, в том числе, вот если еще висит ретранслятор, чуть сложнее. Но если серьезный РЭП, по большому счету, отключает канал связи «Ланцет», он переходит в горизонтальный режим до восстановления связи. Ну, в принципе, это все беспилотники так делают. Как только связь пропадает, на прежнем курсе в горизонт переводится и дальше летит, пока не восстановится связь, а потом либо самоуничтожается, либо просто падает. Потому оптимально, конечно, от «Ланцетов» и от такого рода беспилотников прикрываться системами радиоэлектронной борьбы. А у нас они есть, нам их поставляют, просто не в большом пока количестве, ну, вернее, не хватает на всю линию фронта и на
системы, которые и на площади, которые должны быть прикрыты. Ну вот направление, в принципе, правильно. То есть глушить прямой канал управления, ну а дальше как-то воздействовать на сами ланцеты. От ланцетов можно защититься, допустим, с помощью тех же сетки. Даже простая сетка рабица, она прикрывает определенные части, определенные предметы, если это нужно. Просто ее надо растягивать на высоте. Знают наши специалисты, как это делать. И вот иногда бывает, показывают там такие прикрытия из сетки. Вот они довольно-таки неплохо противодействуют, потому что, попадая в сетку, взрывается сам ланцет, не нанося больших повреждений, по крайней мере, тому, что под сеткой накрыто. Просто на определенной высоте ее надо подымать. И третий, это, конечно, работа по ланцетам с помощью зенитных установок, в основном типа гепарда. Вот гепарды хорошо их видят и быстро по ним отрабатывают. Ну, тут ми знову повертаємося в питання того, а чому чорноморські порти або дунайські порти не захищені від російських шахедів, які, напевно, ще легші цілі, ніж ланцети для таких гепардів або для будь-чого іншого подібного західного озброєння, як Аріс Т, Насамсе, та тому, що їх не вистачає. Так, ну тут все так і є. Дальність роботи гепарда 3-4 кілометри. Представте, скільки їх треба розставити по побережью Одессы, это там десятки километров. То есть это все гепарды, которые у нас есть, надо расставить вдоль портов. Это есть вопросы к этому. Друзі, пишіть свої запитання у чаті до трансляції. Принагідно попрошу вас поставити уподобайки, тому що катастрофа, слухайте. Кожен шостий лише, який дивиться, поставив свій лайк під цією трансляцією на YouTube-сторінці Радіо НВ. Ну, вам же ж не складно, а для нас це важливо в контексті того, що навіть якщо не в онлайні, то в записі до цієї розмови, до її прослуховування долучиться більша кількість людей, тому ваша активність – це велика-велика запорука того, що нашу роботу почують і, власне, відповідаючи на запитання людей, можливо, хтось знайде для себе відповіді в цих запитаннях, хто потім прослухає. Ореста Бартка пише ось яке запитання теж з приводу дронів. Не лише ланцетів, а загалом дронів, якими насичений зараз фронт 24/7 з обох сторін. От вона пише, що подейкою, що нині напередку зараз у ціні, ну, цінуються спортсмени-стендовики. Це ті, котрі стріляють із дробовиків по тарілках. Повільні дрони, відтак можна легко збивати із рушниць. Чи то правда, пане Романе? Бо я от такого, чесно кажучи, не чув. Ну, конечно, можно, допустим, гладкоствольными даже ружьями их сбивать при подходе. Скорость дрона в районе сотни, 150 км в час, по большому счету, хорошо действительно работающий с помощью ружей вот такого уровня спортсмен, он может при подходе сбить дрон. Вопрос просто, как будет дрон заходить. Все-таки при взрыве осколки, они могут упасть, ну, в зависимости от захода. Хотя теоретически это однозначно возможно, это действительно проводится. А вот, допустим, выполняются такого рода стрельбы, допустим, хорошей дробью, тяжелой дробью, оно же при выстреле из ружья, она выходит и создает целый такой кокон дробинок, которые могут сбить с курса или вывести полностью из строя дрон. По большому счету можно, но это уже риск, потому что все-таки прицельная дальность ружья, но она очень маленькая. Ну, власне, що це, звісно, не виглядає такою ефективною зброєю противораження. Тут ми повертаємося до того, що вже відповідали. РЕП, гепарди, інші зенітно-ракетні комплекси, яких нам треба просто банально, як мінімум, більше. Пане Романе, завершили з темою ланцетів, тут зрозуміла ваша відповідь. І, до речі, тут от я, завершуючи, підсумовуючи це питання, хочу наголосити, що справді от цікава ця схема роботи подовження дальності роботи ланцета. Тобто, якщо є дрон, який проводить спостереження, типу Орлан або якийсь будь-який інший в Росії, так, він може виконувати роль ретранслятора, такої собі, ну, знаєте, я на народну мову перекладу, як модем до Wi-Fi для цього ж таки ланцета. Чи правильно я вас зрозумів? Це просто для того, щоб і всі наші слухачі та глядачі це усвідомили.
Так и есть. Сигнал идет на дрон-ретранслятор, который даже и видит, как работает дрон, уже ланцет, естественно, управляет. То есть это практически такая длинная антенна получается, которая висит над полем боя и видит и ланцет, и может им управлять. Переходимо до питань трішечки більш стратегічних, я би навіть їх так назвав. От наша глядачка Олена Пахомова пише, просить вас прокоментувати, пане Романе, що в G7 зараз припускають, і в НАТО припускається, Столтенберг говорив днями, що війна Росії проти України може тривати ще років 6-7, і про це от зараз пише Bloomberg. Це зовсім, пише Олена, не збігається з вашими прогнозами. Хоча я пригадую, в нас в ефірі точно ви говорили, що війна може бути і 10 років. Питання просто її інтенсивності і її вигляду. Тобто закидувати ракетами і шахедами і безпілотниками одне одного – це один тип війни і морськими дронами, а ось така активна фаза, яка зараз триває – це інший тип війни. Що скажете щодо цих прогнозів НАТО, G7 і тому подібних організацій? Ну, еще раз повторю то, что всегда повторял. Лет 10 у нас будут такие боевые действия после выхода на госграницу. Это даже не сейчас, не от сегодня считать. После выхода на госграницу, после уничтожения российской армии, лет 10 Российская империя будет разваливаться. Там будут вот такие, как сейчас в Карабахе, пограничные конфликты между как минимум двумя десятками республик, начиная от Ичкерии, заканчивая Саха, Якутия. То есть два десятка – это минимум уже готовых республик, а еще будут национальные образования, которые будут между собой однозначно решать вопросы границ, потоков, ну, так далее и тому подобное. Потому все это будет докатываться и до нашей границы, либо военизированное формирование, либо большие потоки мигрантов. И нам надо будет вести боевые действия на нашей госгранице. Никуда мы, естественно, идти не будем. Ни на Москву, ни на Урал, ни на Белгород, ни на Ростов. Нам это просто не нужно. Нам своей территории хватает, мы ж не русские. То есть, ну, вот это все надо будет удерживать. Механизма другого абсолютно нет. Даже разваливающийся Советский Союз. И также с кровью, вот до сих пор тот же Нагорный Карабах, это же вопрос, оставшийся от развала Советского Союза. Он до сих пор решается. Потому такая война будет лет 10, если считать ее в этом смысле войну. Ну, боевые действия, это значит, армия будет... Тут же военные как относятся к вопросу войны? Задействована армия или не задействована? То есть если армия задействована, это война. Если армия не задействована, это какая-то операция. Террористическая, контртеррористическая. Ну, там в основном работают там, пограничники, МВД, СБУ. А если армия задействована, то это война. А армия будет точно задействована как минимум вдоль тысячи километров госграницы Украины с Россией или там с теми республиками, на которые она будет разваливаться, будет вдоль границы стоять армия, будут выполнять боевые действия. То есть фронтальные будут отрыты определенные моменты, оборонительные укрепления, минные поля, контроль где-то 150-200 километров вглубь восточной территории для то есть уничтожение любого военного объекта, чтобы он по нам не успел отработать. И вот в таком режиме лет 10 будет. А та часть войны, которую вот мы сейчас видим, горячую фазу войны до выхода на госграницу, она где-то будет длиться ну, до следующего года, до осени следующего года. Видно, подготовка к весне следующего года уже... Раз нам дают самолеты в достаточном количестве, а полсотни, в принципе, это минимально достаточное количество для выполнения как минимум одной мощной атаки, то есть и выполнения одного такого серьезной задачи. То есть самолетами мы, по большому счету, к следующему году, к осени следующего года, мы российскую армию отминусуем на нашей территории, выйдем на госграницу. Ну а дальше плюс 10 лет. Менше точно не вийде. До речі, цікаве уточнення із чату з приводу цього стратегічного питання пишуть наші глядачі і слухачі. Хто виграє, на вашу думку, в цій війні на виснаження? Тому що думки, в принципі, військових експертів розділилися. Що ви думаєте, Романе Григоровичу? Стадія війни на виснаження, ну, направду, триває. В нас є Захід, який повсякчас...
ну, кидає по різним політичним, економічним і військовим моментам. Кидає, маю на увазі, зі сторони в сторону, то великі друзі, то не зовсім. Та й в нас є свої такі подібні течії. І є Росія, в якій теж є внутрішні течії, починаючи від весни народів, на яку ми все сподіваємося, до якихось ліквідацій типу Пригожина, до невизначеності ситуації по Кадирову. Там в Росії не можна сказати, що все так теж ідеально безшовно складається. Але фаза війни на виснаження однозначно розпочалася. Хто в ній виграє, на вашу думку? Запитання із чату нашого. Если брать отношения России и Украины в чистом виде, то Россия в этом смысле, у нее больше шансов, по крайней мере, эту гонку выдержать. Но мы не сами. За нами около 50 государств. А даже если на сторону России станут те государства, которые сейчас уже обозначились как ее помощники, Северная Корея, Иран и Китай, они в полном объеме стать не смогут из-за разных причин, то есть будут помогать, но не в открытую, то однозначно за нами, за нашей коалицией будет это, даже война на выживание такого рода. Мы точно ее победим. Главное, что... А додати я уточню, пане Романе, ви кажете, що Росії є шанси дотриматися з її відношенням. Тобто це якщо порівнювати суто відношення російської держави до війни і української держави, тобто це ви, я так розумію, критикуєте відношення нашої влади, ставлення до того, як треба вести війну, ну, чи держави загалом, навіть не влади? Нет, я имею в виду как раз те 50 государств, которые нам помогают. То есть я их имею в виду. То есть мы все вместе. Вот если мы все вместе, то тогда мы однозначно даже ту ось зла точно передавим. Даже если туда зайдут, вот, даже в открытую, если зайдут, они точно будут передавлены, потому что экономическое состояние и потенциал тех 50 государств, которые нас поддерживают, намного больше, чем тех 4 государств или 5, которые на стороне зла сейчас стоят со стороны России. Потому вот в такой коалиционной борьбе мы точно победим. Тем более сейчас уже видно готовность наших партнеров дать нам все высокотехнологическое оружие. А вот маркером являлись самолеты, ни ракеты, ни танки, никакое другое оборудование и вооружение. Самолеты, вот передача авиации, это можно сказать как раз уже переход на следующий этап, этап новых войн, новых ведения войны как таковой. Это с завоеванием господства в воздухе, выполнением до 70, а иногда до 90% боевых задач авиацией, а не наземными силами и средствами. А когда появится авиация, мы можем полностью отказаться от использования наземных частей для выполнения штурмовых действий. Потому что штурмовиками являются самолеты, потому они называются штурмовики. То есть они выполняют штурмовые действия. У нас просто этого сейчас нет по разным причинам. Давайте не будем о них, что долго она будет вспоминать от Кучмы до сегодняшней власти. А вот как только мы получим самолеты, а это будет весной, хватит 3-4 месяцев для того, чтобы полностью кардинально изменить положение на поле боя и зачистить украинскую территорию. Пане Романе, Анастасія Дощ запитання ставить, скільки нам треба атакамсів? Чи реально їх стільки отримати? Ну, атакамсів можна посчитати, скільки треба. Одна ракета може повредити якийсь стаціонарний об'єкт, але не вивести його із строю. Вивести його із строю стаціонарний об'єкт може від 3 до 10 ракет. Допустимо, на Кримський мост треба 10 ракет, а для того, щоб як-то вивести із строю якийсь, допустим, в комплекс, надо ракеты 3 как минимум. Потому если смотреть по Крыму, 150 стационарных военных объектов, где-то 450-500 ракет нам надо, то есть до 1500 атакамсов нам надо для того, чтобы зачистить Крым или вывести из строя военные объекты в Крыму, стационарные. Где-то примерно такое же количество надо для того, чтобы оккупированную часть Украины материковой также от стационарных военных объектов зачистить или вывести их из строя. То есть около 1000 ракет нам надо, это минимум.
1000 атакамсов для того, чтобы решить вопросы в нашу пользу. Но у американцев есть такое количество ракет. У них произведено несколько тысяч. Ви думаєте, що є 1000 атакамсів? Адже вони постійно посилаються на те, що там Reuters писало, я пам'ятаю статті, що в принципі немає. Немає ракет, немає. А те, що є, ну в кращому випадку на Тайвань вони передають. Нет, немножко не так. Дело в том, что количество ракет, оно распределено по направлениям, по кластерам. И тот кластер, который нам могут отдать, допустим, там действительно сейчас все стоит на боевом дежурстве, но сейчас оно снимается. Сейчас будет из нашего кластера, может сняться с боевого дежурства около 500 атакамсов. На их место заходят вновь произведенные ракеты, лучшие ПСМ. То есть с дальностью больше 500 километров. Баллистические ракеты примерно такие же, как «Атакамс», только с большей дальностью. А вот эти 500 «Атакамсов», по большому счету, они могут у нас появиться. Так это только наш кластер. А так у них на складах в Америке есть достаточно, пару тысяч ракет у них точно есть. Из них можно будет, но опять это надо запускать целый процесс передачи. Ну, он может быть запущен. Все в руках Байдена. По большому счету, это политическое, больше политическое решение, чем какое-то другое. Ну, а Тайваню эти ракеты, вообще-то, честно сказать, они не надо. Ну, вот не нужны Тайваню такого уровня ракеты, потому что это островное государство, почем оно, по кораблям будет, которые двигаться, они же не попадут по кораблям, эти ракеты. По, допустим, отстреливать по материковому Китаю, ну, точно они не будут. То есть обстреливать с Тайваня материковый Китай никто точно не будет. Потому непонятно, как вообще эти атакамсы идут и зачем они идут на тот же Тайвань. Марокко закупило там 40 ракет. Вот я думаю, они к нам могут зайти первыми. Марокканцы часто передают то, что закупают, потом мы это получаем. Это все в информационном потоке есть. Ну, посмотрим. Это все будет, я думаю, в ближайшие пару дней это будет понятно. Вот после встречи Байдена и Зеленского, думаю, до пятницы мы услышим какие-то новости. Зустріч, яка має відбутися уже, очевидь, завтра, адже зараз президент України перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки. Вчора він виступав на Генасамблеї ООН. Це було сильний виступ, і не менш сильний виступ насправді президент США Джозеф Байден, який сказав, що Росія просто не має шансу, не має права виграти в Україні, тому що тоді це програш усього західного світу. Як мінімум, ці слова я сприймаю серйозно з огляду на те, що президент США має нести відповідальність, так точно він не несе відповідальність, коли він щось говорить, не просто так він це говорить. Тому сподіваємося і на ракети, і на авіацію, і на багато чого іншого, про що ми говорили в ефірі з Романом Світаном. Пане Романе, моя подяка вам за те, що ви долучилися до цього ефіру. Я думаю, і наші глядачі та слухачі також до неї долучаються. Друзі, це був Роман Світан, військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу Збройних сил України. Мене ж звати Василь Пихньо. На сам кінець я попрошу вас поставити свої вподобайки до цього відео, тому що так, я вже це пояснюю, так більша кількість людей зможе його прослухати у записі. Бережіть себе, до нових зустрічей. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.